Резидент особой экономической зоны Алга получил льготный заем в размере 2 миллиардов рублей на запуск производства ароматических углеводородов. Всего, по данным корпорации развития, финансирование получили 33 масштабных импортозамещающих проектов. На территории ОС Алга инвестор разместит установку по переработке углеводородных газов в бензол и тоулол ксилольную фракцию. Сейчас эта продукция востребована и применяется в производстве лекарств, пластмасс, красителей. При выходе на полную мощность предприятие сможет обеспечить внутренний рынок, заняв нишу, освободившуюся после ухода иностранных производителей. Инвестиции в проект составят почти 5 миллиардов рублей. На производстве появится 117 рабочих мест. Всего на территории ОС «Алга» зарегистрировано 12 резидентов с заявленным объемом инвестиций свыше 40 миллиардов рублей.